В 26-й исправительной колонии почти 1000 осужденных, 200 из них исповедуют ислам. Несколько лет мусульмане просили обустроить на территории тюрьмы молельную комнату. И вот он, подарок к весеннему празднику Навруз. Первая общая молитва состоялась. Я представляю, конечно, ислам в это учреждение, но мы еще нуждаемся в посещении духовенства из управления духовенства Самарской области. Нам дает это большую силу чувствовать себя, как говорится, свободным. Вот. Нуждаемся в их помощи, их прихода к нам, общения. Религия для осужденных зачастую становится отдушиной и помогает отбывать наказание. В колонии для православных с 2009 года работает храм. Теперь и мусульмане могут обратиться в сторону Мекки и совершить поклонение. Обустраивали помещение своими силами, стелили полы, красили стены, клеили обои. Руководство колонии уверено, возможность молиться пойдет заключенным только на пользу. Религия пойдет на помощь в том, что это та отдушина, где человек может побыть наедине с собой, вот, может, скажем так, покаяться в тех грехах, которые совершил. Поэтому мы настроены на этот момент положительно. Большую поддержку оказало мусульманское сообщество. Муфтий Талиб Хазрат Ярулин приезжал сюда при ремонте помещения и лично давал рекомендации, что и как должно быть. В Поволжье мы находимся почти на одном меридиане с городом Мекка, поэтому если находим юг, то в сторону юга мы и читаем. И здесь вот комната немного, она, конечно, она же не специально была сделана под мечеть. Но человек имеет возможность в любом месте поклониться мусульманину. Каждое место является мечетью. Осужденные мусульмане также смогут, пусть и скромно, но отмечать здесь исламские праздники. В Навруз, например, здесь не только совершат коллективный намаз, но и отведают традиционный плов. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.